Другим новостям. Сегодня представители армянской диаспоры провели пикет в центре российской столицы. Они собрались у офиса швейцарского консульства, который представляет грузинские интересы. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси, как известно, разорваны. Участники акции выступали в защиту прав национальных и религиозных меньшинств в Грузии. Они потребовали вернуть реликвии и храмы, которые, по мнению собравшихся, принадлежат армянской апостольской церкви. Пикетчики призвали официальный Тбилиси уважать интересы и историческое наследие всех народов, населяющих Грузию.